Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск новостей в студии Анна Хамбир. И сейчас о главных темах этого выпуска коротко. Поставки были действительно неадекватно большие. Теперь ставки по платежам за аренду земли будет устанавливать республика, а не муниципалитеты. Ставки станут ниже, но не для всех арендаторов. Наши газозащитники все равно лучшие. Просто лучшие. Они первыми входят в горящий дом и спасают людей из огня. По случаю профессионального праздника огнеборцы из разных регионов России провели в Петрозаводске соревнования. Надежда на все лучшее, на то, что все будут здоровы, счастливы, что будет мир во всех семьях и мир на земле. Светлый праздник Пасхи встретили петрозаводские храмы. Попасть в некоторые из них было непросто. А теперь подробнее. Сегодня на брифинге в правительстве Карелии пояснили, как будет производиться расчет арендной платы за земельные участки. Напомню, этот вопрос породил целую серию конфликтов как в бизнес-среде, так и среди простых граждан. Постановлением правительства Карелии порядок начисления арендной платы за землю изменен. Теперь ставки устанавливает республика, а не муниципалитеты. Основной принцип этих изменений – разумность стоимости аренды. Тему продолжит Максим Смирнов. Закон о регулировании земельных отношений был принят летом прошлого года. Он вызвал серьезную критику, в первую очередь, со стороны малого бизнеса. Для определенных категорий земельных участков расчет ставки аренды производился как процент от кадастровой стоимости. В разных районах кадастровая стоимость земли разная. Росреестр ее проводил давно, и она далеко не объективна, говорит руководитель комитета госимущества Косарев. По его словам, республика такой оценке долго сопротивлялась. Ставки же аренды муниципалитеты устанавливали в рамках определенного законом коридора. В ряде случаев органы местного самоуправления установили ставки, которые вызвали, скажем так, мягко сказать, непонимание со стороны граждан и действующих производств. Потому что ставки были действительно неадекватно большие. Согласно новому постановлению правительства, ставки аренды теперь будет регулировать сама республика, а не муниципалитеты. Для определенных категорий земель это от 1 до 0,3% от кадастровой стоимости. То есть повышение аренды, если будет, то минимальное. Также поменяются правила расчета аренды на индивидуальное жилищное строительство. В Петрозаводске ставку снизили с 0,6% до 0,2%. Но конкретный расчет опять же будет зависеть от кадастровой цены земельного участка. По мнению Дениса Косарева, сегодня нужно вновь проводить кадастровую оценку земель в республике. Это обойдется примерно в 20 миллионов рублей. В настоящее время депутаты Законодательного собрания Карелии готовят поправки в закон. Их суть – устранить перекосы в правовой базе и сделать стоимость аренды земель разумной и приемлемой для ведения бизнеса и доходной для бюджета. На входе подготовки законопроекта, прохождения его через Законодательное собрание, естественно, мы будем вести эти консультации, чтобы найти вот этот баланс частных и публичных интересов. И если мы не будем повышать доходную часть, в том числе от земли, у нас не будет, извините, но у нас не будет средств города благоустраивать город. Постановление 120П уже вступило в силу и скоро будет опубликовано. Остается неясный вопрос, что делать предпринимателям, которых муниципалитеты уже обязали заплатить за аренду земли по новому закону. Например, владельцы автостоянок в Петрозаводске, которые получили из мэрии в 6 раз возросшие расчеты за аренду, пока платят согласно старым договорам. Сегодня в Москве состоялось совместное заседание Госсовета России и Совета при президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики. В этом заседании принял участие и глава Карелии Александр Худилайнин. Тема расширенного заседания – развитие сельских территорий, привлечение в село долгосрочных инвестиций, поддержка малого предпринимательства и кооперации, а также услуги организации здравоохранения, образования и соцобеспечения, жилищные условия, газификация, качество дорог, общественный транспорт. Участники заседания рассмотрят широкий круг проблем, от решения которых напрямую зависит привлекательность сельских территорий для жизни и работы. Всероссийская акция «Вахта памяти 2014» стартовала в Карелии. Торжественная церемония ее открытия состоялась у мемориального комплекса «Вечный огонь» в Петрозаводске. Среди участников движения «Вахта памяти» – поисковые отряды, Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, ветеранские организации, которые занимаются поисками погибших на войне и пропавших без вести, восстановлением имен неизвестных солдат. Начался новый поисковый сезон, в течение которого внуки и правнуки солдат Великой Отечественной войны вновь будут искать в карельских лесах останки павших. Поисковики из фонда «Эстафета поколений» в прошлом году нашли 110 красноармейцев в Пряжинском, Кондопольском и Медвежьегорском районах. 10 красноармейцев были опознаны, они были захоронены, и часть была передана родственникам.
Официально поисковый сезон только открылся, но теплая погода позволила начать работу раньше обычного. С января этого года уже подняли останки 10 павших бойцов. Имя одного из них, что случается нечасто, удалось установить. Впереди у поисковиков, кроме полевых работ и реконструкции боев в Сулажгаре и Вилагаре, проведение уроков мужества и автопробега «Победа». Жители Медвежьегорска уже который год жалуются на беспорядок и грязь в своем городе. Санкционированные свалки и мусор стали уже обыденным, по их словам, городским пейзажем. Наша съемочная группа отправилась в Медгору посмотреть на все своими глазами. Но то ли случайно, то ли преднамеренно, с визитом в Медвежьегорск Сампа совпала массовая городская уборка. И все же убрать успели далеко не все. Анна Яровая продолжит. Этот ролик про город Медвежьегорск сняли зимой. Мусор, грязь и свалки на улицах – главная проблема, о которой хотели рассказать его авторы. За такой же картинкой ехала в Медгору и наша съемочная группа. Но ничего шокирующего мы не увидели. По словам местных жителей, которые специально пришли на встречу с нами, аккурат перед приездом Сампа город тщательно убирали. Правда, успели убрать далеко не все. Вот по свалкам городским, насколько понимаю, сейчас у вас немножко прибрано, да? Да, к вашему приезду. Ой, наверное. Что вы говорите? Вот возле этого... Ну, по крайней мере, хоть что-то сейчас делать. Возле зубопротезного кабинета. Грязь. Вот здесь, вот совсем рядышком, вот здесь это переулок дорожный. Грязище такая, такая помойка. Это вообще... В справедливости слов местных жителей мы убедились лично, немного отъехав от центра города. Колоритные помойки часто у тебя вывозятся? Ой, редко. Вот это, например, года 4, сколько я здесь живу, я ни разу не вывозили. Вот эту помойку. Тут недавно вот вывезли вот тут одну и все. Так везде, вот в объекте, вокруг. Так, а да по всему городу так. Как пояснили в местной администрации, проблему с уборкой мусора в Медвежьегорске сегодня создают компании-конкуренты. Та компания, которая занималась очисткой города, она была, ну, не выиграла конкурс. Тут другая фирма, которая пришла, она слишком понизила, то есть 250 тысяч понизила до 99. И тот человек, который не выиграл конкурс, он просто-напросто начинает, как бы сказать, предпринимать все те действия, которые, чтобы не дать работать другой компании. В частности, проигравшая фирма, которая занималась уборкой города раньше, постоянно выискивает и находит пробелы в договорах, заключенных с их конкурентом. Например, в них не указана общая площадь, которую необходимо убирать. И договоры на уборку города действительно не раз аннулировали. Когда появится грамотный договор, который позволит подрядчику стабильно работать, нам так и не сказали. Чтобы город вовсе не зарос грязью, администрация заключила временный договор с третьей стороной, муниципальным предприятием. А пока чиновники разбираются в бумагах, жители Медвежьегорска позвали на субботники. До 26 мая они будут проходить в городе каждую неделю. Минувшие выходные в Карелии были отмечены целой серией дорожно-транспортных происшествий. 7 человек получили травмы, 2 погибли. В Кондопоге 68-летний водитель «девятки», которого преследовал экипаж ДПС, не справился с управлением, выехал на тротуар, совершил наезд на пешеходов и врезался в дерево. Пострадали 6-месячный ребенок и 6-летний мальчик. Их отец и бабушка получили травмы. Впоследствии пожилая женщина скончалась в больнице. Известно, что сбивший людей водитель был нетрезв. Он и его пассажир также были травмированы. В центре Медвежьегорска еще один нетрезвый водитель, причем без прав, врезался в дерево. В Петрозаводске очередной скутерист, не рассчитав скорость, въехал в стоящий автомобиль. Ночью в Петкеранском районе 28-летний водитель «девятки» не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся, водитель и пассажир, не пристегнутые ремнями безопасности, вылетели через окно. Водитель от полученных травм скончался на месте аварии. А сегодня утром в Петрозаводске движение на Лесном проспекте в районе Сигмы было блокировано аварией с участием 4 легковушек. Приезду нашей группы на магистрали мешали проезды лишь 2 из них. Сопредседатель отделения общественной организации «Народный фронт» Наталья Вавилова приехала из Москвы, где она присутствовала на прямой линии президента России Путина в минувший четверг, 17 апреля. В телестудию пригласили представителей 60 российских регионов. На имя президента от россиян поступило более 2 миллионов сообщений. По словам Натальи Вавиловой, из Карелии тоже было немало обращений. И хотя в прямом эфире вопросы наших земляков не прозвучали, все они учтены в центре приема сообщений. Сама Вавилова также познакомилась с сообщениями из Карелии. Она отметила, что в целом жители республики волнуют те же проблемы, что и в других регионах – здравоохранение, ЖКХ, зарплата.
И был такой один вопрос, что, уважаемый Владимир Владимирович, я хочу понять, что такое средние пенсии и что такое средняя заработная плата. И где живет тот статист, который это считает? Большинство вопросов, поступивших президенту, должны решаться на местах, отметила Наталья Вавилова, причем представителями и власти, и общества. Это дело наших руководителей, и здесь общественные организации должны, конечно, выступить партнерами нашего, конечно, всего государственного аппарата. Сама Наталья Вавилова выступила с предложением возродить Дни литературы и искусства, которые позволили бы регионам страны лучше узнавать друг друга и открывали бы широкой аудитории новые имена в области культуры. Сегодня День местного самоуправления. Это новый для России профессиональный праздник. Его отмечают всего второй год. В Карелии сегодня проходят награждения работников муниципалитетов. В школах проводят уроки по истории местного самоуправления в России. А у нас в программе личный прием о самой близкой и самой доступной для людей власти, а именно так ее позиционируют, рассуждал председатель Комитета Республики по взаимодействию с органами местного самоуправления Виктор Мудаль. В том числе он прокомментировал законопроект по изменениям в системе местного самоуправления, который сейчас проходит обсуждение в Госдуме России. Говорят, что это плохо, когда из поселений вот непрямыми выборами туда заходят депутаты. На мой взгляд, как раз наоборот. Территория Карелии одна из тех, где, я еще раз говорю, фактически состоялось то, что еще только предлагается в других регионах сделать. Я бы, наоборот, на месте наших оппонентов посмотрел бы, какие рациональные зерна за это время появились в работе, скажем так, наших муниципальных образований, в работе наших глав, в работе наших депутатских корпусов. Полную версию интервью с председателем Комитета по местному самоуправлению смотрите сегодня на канале СампоТВ в 20:00. А теперь к другим темам. Двое костомукшан, задержанные в начале апреля в Украине и обвиняемые в перевозке взрывчатых веществ, вновь оказались в Львовском СИЗО. В конце прошлой недели их отпустили под залог, однако на свободе они не пробыли и двух дней. Сейчас они находятся в разных камерах, и по словам родственников, на них оказывается давление, вплоть до избиений. Родители задержанных уже написали письма к президенту Путину и в Страсбургский суд. Прокуратура Петрозаводска выявила нарушение при выдаче городскими властями разрешений на снос и обрезку зеленых насаждений. Мэрия выдала 150 разрешений на снос деревьев, но только лишь 7 заявителей возместили ущерб экологии города и оплатили восстановительную стоимость снесенных деревьев. Прокурор Петрозаводска потребовал устранить нарушение. Закон о введении штрафов для водителей тихоходных автомобилей вступил в силу. Согласно закону, те, кто ездит за городом со скоростью менее 30 км в час, и те, кто перевозит крупногабаритные грузы, обязаны пропускать следующие за ними автомобили. В противном случае нарушителям придется раскошелиться. Штраф для тихоходов от 1 до 1500 рублей. Легкомоторный самолет разбился на юге Финляндии в районе аэродрома Ямьярви, сообщает информационная служба «Юли». 8 человек погибли. Троим, в том числе пилоту, удалось выжить. Все погибшие были парашютистами-любителями. Это крупнейшая авиакатастрофа Финляндии за последние несколько десятилетий. Ее причины выясняются. В Петрозаводске состоялись 17-е открытые международные соревнования среди газодымозащитников. Это те люди, которые первыми входят в горящие здания и спасают из огня людей. Соревнования приурочили к профессиональному празднику карельских огнеборцев и 365-летию со дня образования пожарной охраны России. На состязаниях, которые проходили на площади Кирова, побывала наша съемочная группа. Пожарные Карелии устроили не просто соревнования, а настоящий праздник для горожан. Мимо площади Кирова пройти было невозможно. Пожарно-спасательная техника от новейших роботов и современных машин до раритетных встречала гостей. Вот такие автоцистерны использовали огнеборцы в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века. Вмещали они боевой расчет в количестве 5 человек. Насос качал 20 литров в секунду. При запасе воды довольно-таки скромном, всего лишь 1,5 куба. Можно я с тобой? Да. Здесь катали на пожарном квадроцикле с мигалкой. Любой желающий мог попробовать себя в роли огнеборца, поучаствовав в конкурсах и играх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Молодец. Но у нас девочки за 13 делали. Умели. Так, а знаешь почему? Очеканивать ее. Паника, опасный фактор пожара. Как ты думаешь, каким должен быть настоящий пожарный? Храбрый.
смелым. В это время настоящие пожарные соревновались в скорости прохождения полосы препятствий. Борьба в этих состязаниях велась за победу в командном и личном зачете. Они показывают готовность наших пожарных принимать участие в ликвидации пожаров, принимать участие в спасении людей, ну и отрабатывают навыки работы на пожарах. Профессиональное мастерство показали 64 специалиста газодымозащитной службы из 16 регионов России. Соревновались и пожарные из соседней Финляндии. Город Йонсу прислал к нам своих спасателей в надежде на победу. Вот тогда мы говорим, мы оба тосисан, килбойла палкина сделали. У нас сейчас свежих в памяти наших проигрышей прошлых лет, но в этом году мы надеемся взять реванш. Полной экипировке участникам нужно было забраться на учебную башню, с помощью веревки поднять наверх оборудование, спуститься и спасти условного пострадавшего. Скажите, а сколько у вас за спиной килограмм? 10. 10? Да. А вот эта куколка? 60. И как оно? Нормально. Не повезло на этот раз победителю прошлогодних соревнований, петрозаводчанину Константину Гридину. Сам виноват. Просто запнулся об манекен. Схожу с дистанции. Начальство будет ругать? Начальство будет. Не получилось победить и финнам. Лучшими стали карелы. На втором месте бойцы из Сыктывкара, на третьем – питерцы. Победителем в личном первенстве стал также представитель Карелии Андрей Истомин. Наши газозащитники все равно лучшие. Просто лучшие. Жители сразу нескольких городов Заполярья в ночь с пятницы на субботу видели метеор. Огненный шар в небе над Мурманском, конечно, уступал в яркости челябинскому метеориту, но все же смотрелся весьма эффектно. Оцените сами. Эту видеозапись регистратора выложил в сеть житель Снежногорска, что в 30 километрах от Мурманска. Огненный шар ярко осветил ночное небо. Ученые предположили, что он является частью метеоритного потока Лириды, сквозь который сейчас проходит наша планета. Продлится этот звездопад до 25-26 апреля, а его пик ожидается этой ночью. Ученые также подчеркивают, что метеоры опасности для нашей планеты не представляют, поскольку, в отличие от метеоритов, полностью сгорают в атмосфере, оставляя лишь красивый яркий след. В этом году главный праздник всех христиан – Воскресение Христово – стал вновь особенным. Православные, католики и протестанты отметили его в один день – 20 апреля. В последний раз такое совпадение выпало на 2011 год, а в следующий раз вместе отмечать Пасху будут только в 2017. В Петрозаводске пасхальные службы прошли во всех храмах. В некоторые попасть оказалось непросто. Оставить свой автомобиль на парковке у собора Александра Невского оказалось невозможным. Въезд сюда с одноименного проспекта и с улицы Володарского был перекрыт сотрудниками ГИБДД. Парковка примерно на 100 автомобилей пустовала, а соседние улицы и дворы были забиты битком. В чем суть таких мер безопасности, про которые говорили сотрудники дорожной полиции, нам совсем непонятно. Сказали, вот, держать парковку и все. На пути к храму прихожане преодолели все эти суетные препятствия, и большинству праздника это не испортило. У собора мы видели целые семьи, которые связывают с этим праздником надежды и светлые чувства. Надежда на все лучшее, на то, что все будут здоровы, счастливы, что будет мир во всех семьях и мир на земле. Вот для нас это праздник такой светлый, яркий. Во-первых, это, конечно, самая добрая весть. Перемирие везде. Радость. Радость возрождения, праздника. Светлое Христово воскресенье – праздник победы жизни над смертью. Согласно Новому Завету, Иисус воскрес на третий день после крестной смерти. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира. Празднование Пасхи продолжается 40 дней, ровно столько, сколько Христос являлся своим ученикам после воскресения. В течение 40 дней, особенно в первую неделю, которую еще называют пасхальной, все ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи. А в этом году праздник тем ярче, что объединил верующих разных христианских конфессий. Такими были выходные и понедельник в Карелии. Желаем вам хорошего вечера и до свидания.